Друзья, ну что, смотрите, в Киеве меньше недели назад расстрелы из автомата очередями. Сейчас в Днепре на проспекте Гагарина. Честно говоря, очень похоже на Одессу. Думал, может быть, там. Но, скорее всего, и там скоро будет. Так вот, суть проста в том, что, смотрите, на сегодняшний день вы ничем не защищены. Новый автомат легальный стоит сейчас $600. Это легально. Если хотите, чтобы он там был с номером каким-нибудь круглым или там полностью новый, нулячий, $700. Вот. Соответственно, если нелегальный САТО, $150-200. Причем, смотрите, в чем ситуация. Ситуация в том, что сегодня у нас, у простых людей, нет права применять оружие на поражение. Оно у нас считается охотничье, там еще какое-то. Вывод. В нашей стране воюющий, получается, сепаратист, бандит, негодяй, сволочь, достает автомат, стреляет очередями. И он прав, полиция ничего не знает, говорит, что там мы ничего не знали, не видели, и найти их никого не может и никогда не найдет. Законопослушный человек должен возить свой автомат, запечатанный, тут военные, да, возят их запечатанные, в железных ящиках, патроны отдельно, то отдельно. Для сравнения, в Израиле любой гражданин имеет с собой пистолет. Там только террорист достал нож, он уже получил 15 пуль от разных граждан. Не знаю, куда смотрит наше правительство. И не знаю, почему так толерантно люди относятся к тому, что сегодня на улицах происходит какое-то Чикаго.